Здорово всем, ребят. Как многим из вас известно, энное время назад у нас 113 на 10 уровне перевели в класс коллекционной техники. Ну и сейчас на супертест вышел вот такой вот танк. Как вы видите, моделька тут еще только наброски имеет, но очертания 113 здесь узнаются. Это китайский премиумный тяжелый танк 8 уровня ВЗ-113-2. По характеристикам давайте быстренько глянем, что он тут из себя представляет. Как вы понимаете, если это прем, значит у него нету никаких выборов там пушки и так далее. Но пушка от 9 уровня, с 320 урона, 215 пробития ББшкой и 265 под калибером. Не густо, но и не пусто. Зарядка 10 секунд, урон почти 2К в минуту, 0.39 точность и 2.3 время сведения. На самом деле показатели вполне себе для тяжелого танка, особенно китайского, хорошие. По удельной мощности мы тут видим с вами чуть меньше 15 лошадок, 40 км вперед, 15 назад. По подвижности танк ничего интересного из себя, на мой взгляд, не представляет. Обзор 380 метров. 4 танкиста в заброневом пространстве. И последнее, что нам на сегодня с вами нужно взглянуть, это его броню. НЛД уже впечатляет. 120 мм под очень хорошим углом. Больше 50 градусов здесь. Приведенка неплохая. ВЛД тоже 120, но угол еще больше. Видите, он прям реально гигантский. То есть НЛД и ВЛД по 120. Что ж, с этим можно работать, это можно доворачивать. Так, посмотрим коллижен модель. В корпусе я не вижу никаких особых конструктивных решений. Да, это обычная компоновка. Гусеница является броней. Вот этот вот экран не является броней. Борт 90 мм. Танковать бортом уже можно автоматически. Здесь верхняя часть вот эта вообще 120 мм. А, нет, тут даже экран есть, ребят. Ну-ка, дайте-ка еще раз посмотрю. Здесь как-то интересно. Вот эта часть — это экран, а за ней броня борта 90 мм. А вот эта верхняя часть 120 мм. Вот выше вот этих клепок. Ладно, когда будет полная. Ну, короче, борт очень крепкий, это хорошо. Даже задняя часть 70 мм для прям 8 уровня. Неплохая броня. Так, здесь у нас 220 номинально с борта башни. Так, а что ж тут во лбу-то? 240, 240, 220, но угол уже больше. Маска 240 и 227. Маска маленькая, но крепкая. Так, башня крепкая. Лючки сильно торчат, прям возвышаются. 160 мм. С этой стороны ничего отличающего от левой стороны нет. Вот такая вот машина, ребят. Ну, не знаю, Альфа 320. Пробитие вроде неплохое. Точность так. Короче, на СТ-шку он похож, но вот подвижность пока подкачала. Ладно, мы с вами не забываем, что это лишь первая итерация супертеста, поэтому все еще может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону. Хотя в худшую тут некуда. Машина пока что выглядит посредственной. Все, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.